традиція пити чай є майже у кожній родині. Як вона з'явилася в Україні та трансформувалася? Запитаємо у спеціалістки з етикету. Це Аліна Алексєєва. Дуже раді бачити вас в нашій студії. І ми сьогодні не просто поговоримо про чай, про чайний етикет, про церемонію європейського зразка. Звичайно, що сьогодні будемо говорити на таку тему, як розповсюдилась і з'явилася традиція у нас в Україні. Це дуже цікаво, тому що чай п'ють майже всі. Да, ви абсолютно праві. Традиція пить чай у нас распространена очень повсеместно. Но при этом мало кто задумывается о том, как это правильно делать и откуда она к нам пришла. А на самом деле это очень интересная традиция. Впервые чай появился в этикете благодаря казачьим атаманам. Они привезли большие упаковки чая для того, чтобы презентовать императору Российской империи. Но на тот момент чай еще не прижился, очень дорого, поставок регулярных нет, поэтому не было традиции пить чай. Но со временем уже Петр I и далее Екатерина II, они эту традицию переняли у европейцев, у англичан. И более того, чай у нас был даже лучше, качественнее, чем у них. Почему? Потому что к нам чай предоставляли по суше. Через Китай его везли сухопутным путем, и чай сохранял свои полезные качества. А в Англию его везли морем, и он немножко отсыревал, и качество было чуть похуже. Да. Для чая важливо мати якісний листок, да. Щоб він пах, да. Щоб він був сухим і, звичайно, не так, що він десь там намок, потім просох, да. Потім знову намок. Ну, ми зараз маємо, і, на щастя, є якісні листи, широкий лист. Чай в пакетиках п'ють менше. Да. Він вважається не дуже добрим. Да, так? Вы абсолютно правы. Тот чай, который продается чаще всего в масс-маркетах, он имеет примеси пластика. И пить чай, который упакован в пластик или упакован в полиэтилен, считается неправильным, потому что в любом случае микропластик туда попадает. И запах деформируется, меняется вкус. Для того, чтобы пить качественный чай, его желательно пить из бумажных упаковок, но не более чем полугода. Если более чем полугода хранится чай в этой упаковке, он уже некачественный. Он потерял свой запах, он отсырел, и это уже не тот. Чай, це вже не напіток. Ой, Аліна, де тоді брати такий чай? Ну, зараз ми справді не будемо говорити це, щоб не вважалось рекламою, але да. Чи є у нас на ринку чай, яким ми можемо поласувати, який буде справді корисним, який буде в бумажних упаковках, паперових, так, щоб там не було якихось залишків пластику чи фольги, наприклад. Да, так? Да, абсолютно право. Звісно, є звичайні чайні дома, чайні лавки, просто спеціалізовані. Раньше были объединены кофейные и чайные лавки, сейчас это уже два отдельных дома, я бы даже сказала, конкуренты между собой. Такая агрессивная реклама периодически да, бывает. Но чай можно найти и самим можно определить, какой чай брать лучше. Главное, чтобы он на вид хорошо выглядел, то есть он должен пахнуть естественно. Зеленый чай, у него нет агрессивного запаха, нет, если вы чувствуете ярко выраженный вкус клубники, персика, молока, он не может быть натуральным, там ароматизаторов больше. Больше, чем в шампуне. Лучше от такого отказаться. Но и мой личный совет, чтобы почувствовать на самом деле вкус чая, нужно какое-то время отказаться вообще от чая и попробовать пить только вот травяные чаи. У вас очистится организм, рецепторы будут чувствовать вот эти оттенки, и вы без проблем угадаете, что подходит вам. И зеленый, и черный чай також подходят. Ну, зараз такая різноманітність є, рожевый, и белый, и червоний, и зеленый. Тобто их так така кількість величезна, що дуже складно подеколи звичайному покупцеві розібратися, і споживач не знає, який же чай для нього краще підходить. На ваш погляд, як погляд фахівця, спеціаліста, як ви вважаєте, який чай кращим був би для нас усіх, так? Який ви рекомендуєте пити? Интересный вопрос. А на самом деле это все один чай. Белый, зеленый и черный чай, все изготовляется из одного цветка. Это камелия китайская. Просто разные способы ферментации. Самый слабый и обладающий самым щадящим действием на организм считается белый чай. Но у него такой нежный вкус, что не всем он нравится, не всем подходит и не так сильно тонизирует. Поэтому это на любителя, на ценителя. А зеленый и черный самые распространенные чаи. Сами китайцы, которые производят чай, пьют зеленый, потому что они к нему
нему привыкли, и он как раз обладает вот этим хорошим антиоксидантным действием. Он помогает, если отравление какое-то произошло, если вы много работаете за компьютером, вот этот вот чай вам подойдет, но пить его тоже нужно знать как, нужно знать, как заваривать, иначе будет вред. Так, звичайно. А с приводу таких, от як зараз же розповсюджених церемоній, традицій чаювання, ми можемо бачити фотографії, як п'ють чай, ось, і так бачимо, як накрита поляна. Да, да, можна пікнік. Зробити це не лише вдома, можна вийти на вулицю, зібрати друзів і випити чай. Це буде смачно, корисно і цікаво. І діти з задоволенням приєднуються до такої церемонії. Да, спасибо большое, что вы так расписали красочно. Да, на самом деле это очень красивая традиция, и так как это английское чаепитие, я вот считаю своим долгом рассказать именно, как это там происходит. Там деток с детства приучают вот именно к традиции чаепития. У него интересная история происхождения. Раньше люди пили воду с алкоголем, потому что вода была опасная, ее таким образом дезинфицировали. Но государство переживало за своих людей, потому что это повсеместный алкоголизм, и они предложили кипятить воду и добавлять чай. И вот так с верхушки вниз спустилась традиция чаепития. И каждый день миллионы англичан спускаются на 5 o'clock tea в свою любимую свою чайную или к себе домой. И вот деткам тоже устраивают пикник. Их любимые сказки про Винни-Пуха и другие. Там всегда есть вот эта традиция чая. И мы сейчас это как бы воссоздаем, потому что, да, детям интересно. Мы пьем черный чай, но с молоком. Черный чай с молоком можно пить людям даже с расстройством кишечного тракта, желудочно-кишечного тракта. Оно не имеет такого возбуждающего действия, и энергия, работоспособность приходит, но она идет медленно и также медленно опускается. А кофе – это всплеск обычно адреналина, и деткам не рекомендуется, конечно, так, кофе какао пить. Какао не можно детям пить. Да. Мы бачимо, как дети с задоволенням використовывают ті навички, які їм вже дорослі показали, як треба пити чай, що треба покласти на стіл. Так, вони вже розуміють, які прибори треба мати. Чи потрібно обов'язково мати особливі прибори для чаю? Який розмір чашки повинен бути, блюдця, заварника? Я вам продемонстрирую, если будь ласка, позволите. Так, це класичний варіант, так? Да, да, все верно. Это самое необходимое, что нужно каждому человеку, и, как правило, это есть у всех. Да, сейчас у нас, как правило, уже такие кружки, не чашки, а кружки, мага, если на английском языке, но лучше иметь вот такую чайную пару. Ой, гарні дуже. Так вишукано це виглядає. І одразу хочеться пригадати даму з такого суспільства вищих кол. Спасибо. І мати блюдце, мати таку чашечку і ложечку обов'язково. Мне хочется, чтобы это, знаете, было традицией такой естественной для всех, чтобы не вызывало какого-то удивления. Да, вам понадобится вот такая чашка, она должна быть именно такой формы, то есть к низу она сужается и наверх расширяется, потому что чай, когда он перемешиваем, он раскрывает свой аромат. Если это будет ровная кружка, она больше для кофе подходит. Кофе оседает, и напиток чистый. Вот такая кружка вам подойдет. Если у вас низкий столик, вам нужно делать вот так, как я сейчас показываю, поднять блюдце и поднять чашку. Если стол высокий, мы блюдце оставляем стоять. Почему? Потому что расстояние между чашкой и блюдцем не более 50 сантиметров. Так, треба запам'ятати. Обов'язково 50 сантиметрів. На глаз, скажем. Така звичка вже була сформованою, и тоді вона буде автоматично. Ви правы, абсолютно. Потому что если это не делать, не практиковать регулярно, это будет выглядеть очень манерно, и будет заметно, что вы дрожите внутри, стараетесь быть красивой. И розраховуємо. Да, да. Сколько же там сантиметров? Да, вам понадобится чайная ложка. Чайной ложкой мы добавляем сахар, естественно. Ложку мы положим либо сзади за блюдцем, либо вот так перпендикулярно. Не нужно, когда вы перемешали сахар, оставлять ее вот так на столе. Считается, если вы взяли прибор, он должен всегда находиться уже на посуде. То есть, чтобы не вымазался стол, чтобы не было лишних звуков. Как наливать чай? Это красивый момент. Поставьте вот чайник, чтобы он стоял к вам ручкой. Чай всегда наливает хозяйка. И хитрые англичане любят немножко подтрунивать над своими гостями, которые из провинции. Это же такой аристократичный прием чая, и они
хозяйка и почетный гость. Вот они делают почетным гостем своих друзей, которые из провинции, которые не знают всех этих тонкостей. Это очень, очень некрасивый юмор. Да, да, да. Но тем не менее, поэтому надо быть готовым. Поставьте чайник к себе и наливаем мы аккуратненько, придерживаем всегда крышечку, даже если чайник маленький. А я думала, що в Англії і в провінціях також знають, як це робиться. І в них це не лише в деяких колах, а всі абсолютно вміють це робити. П'ють чай, дійсно, абсолютно всі, це правда. Ну, ви знаєте, аристократи, це, наверное, це якийсь хороший тон або плохий тон, не мені судити, копіюють за своїми монархами. І бувають, деякі спускаються вот вниз якісь моменти, які ще не дійшли до провінціалів. А аристократія вже знає о них. Наприклад, самий такий показательний, як ми обычно розмішуємо чай, да? Ми возьмем сахар. И мы будем размешивать по часовой стрелке, правда? Не вызывает вопросов, да, такое? Тихенько. Да, тихо, все правильно. Но знаете, как это делают аристократы? Они делают это вот так, крест-накрест. Это правда. Да, это действительно так. А чему самое так? Им просто так захотелось. Потому что это хороший тон вот, аристократов копировать своего монарха. У королевы Елизаветы сестры, и ее сестры Маргарет была такая традиция. Они с отцом, когда собирались на чаепитие, им же нужно было как-то пошалить. Не в такой большой у них выбор шалостей. И они вот придумали такую милую семейную традицию вот так вот размешивать чай. Это был их опознавательный знак, знаете, такой. Они любят друг друга, им весело. И можно они придумать так свой, конечно, своей родины и работать так, как вам захочется. Да, да, безусловно. Безусловно, но тем не менее подсматривали, смотрели, как это делают, и считалось, ну раз делает король, должны делать и мы. Ну, насколько нужно. Дуже цікаво, настільки які традиції, і найбільше, що мені подобається, що ми можемо взяти звідти щось так для себе, залишити, але взяти тільки те, що нам найбільше сподобається, і те, що буде для нас звичнішим. Не якісь брати звички, які можуть десь пожартувати, і не дуже добре пожартувати, так, да, а взяти щось так добріше, краще, аби так згуртувати родину, тому що за чаєм переважно збирається родина і в найтепліших стосунках сидять, спілкуються, п'ють чай. До речі, з чим краще гармонує чай? От цукор і молоко, ми вже про це сказали. Да. Чи прийнято солодощі, багато солодощів, які саме? Може, якісь там капкейки, чи печиво, чи торт? Що? Да, с удовольствием расскажу об этом. И хочу еще поблагодарить вас за то, что вы сделали акцент на вот миссии этикета. Это действительно взять самое лучшее со всех школ и сделать свое. Вот, спасибо, это важный момент. С чем лучше всего пить чай? В Англии традиционно это не просто чаепитие, не просто так чуть-чуть попить, да? Это полноценный стол, где вы можете наесться. Там будут и вареные яйца, и сэндвичи будут. Да, сэндвичи, причем с лососем, с огурцом, с копченой рыбой, с хамоном. Вот такие вот обильные, полноценные. Да, да, перекусить. Да, и это будет, вот, как правило, первый уровень гиридона. Вот это все ставится на такой гиридон трехуровневый. А затем идут сконы. Это традиционная английская выпечка, бездрожжевая. Но мы можем заменить это капкейками, маффинами по своему усмотрению. И, конечно, англичане едят это с маслом и с вареньем. Я думаю, многие в детстве ели. Это действительно питательно, вкусно. И по своему опыту я убедилась, что детям очень нравится. У нас не было сконов. Мы взяли обычный тостерный хлеб. Так тоже можно. И дети съедают его немного, ну, то есть не забивают желудок именно только углеводами. И там есть свои церемониалы, как это отламывать красиво, чтобы не кусать полностью. А млинці, наприклад, пиріжечки, якісь те, що у нас часто теж використовують господині, але зовсім не дотримуючись англійського стилю. Англійського, да, да. Ви праві, можна. Зависить від того, що хоче хазяйка, яка ціль її. Вона хоче удивити, зробити такий інстапікнік, знаєте, щоб сфотографувати, тогда можно сделать все традиционно в английском стиле. Можно сделать русское чаепитие. У нас своя история. Это всегда самовар, причем желательно с вот этой бабой на самоваре, который согревает. Это причем много чая. Если в Англии две чашки чая выпивают, у нас по 5-7, и это нормально. Это хороший тон. Да, это блины обязательно, сметана, пирожки, как вы сказали. Вот все это может быть на столе, в зависимости от вашей собственной цели. И еще интересный момент, как у нас чаще всего пьют чай после основного блюда. Съели основное блюдо, гости пришли в гости, выпили чашку чая. К чаю обязателен десерт. Так мы привыкли, тортик. Но это считается чисто русской, украинской традицией. Именно вот наши
наши вот постсоветские люди так привыкли. И если вы приезжаете в гости куда-то во Францию, обязательно соблюдайте это. Очень интересно иностранцам попробовать вот как это, вот это сочетание, потому что у них так не принято. Они... Спочатку пьют чай, да? Не совсем так, да. Сначала, вы правы, сначала устраивается чайный столик, просто пьют чай либо кофе перед едой, потом основное блюдо, а потом шампанское с десертом, либо вино с десертом. Поэтому вот у нас теж непогано. Алін, так, вже стільки всього розповіли про чай. Така от сумісність, наприклад, чорного чаю з молоком, вона може бути. Багато використовують згущеного молока, наприклад, так, для того, щоб трошки той смак прикрасити, щоб щось додати. Чи може бути ще вершки, наприклад, ну, якісь ще варіації? Сливки, да-да. Зелений чаще всього з лимоном ми п'ємо. Но вважається, якщо чай, то все-таки краще пустий вкус. Тобто ми повинні чувствовать именно вкус чая. Я, когда была на именно восточном чаепитии, там была курага и были вот разные виды сухофруктов. И тогда чай действительно раскрывает свой аромат. Но, знаете, это не всегда, на самом деле, на любителя, потому что сам вкус чая зеленого без разных примесей, он очень специфический. Он такой, вот, как лекарство. Я считаю, что это действительно лекарство. Вот. И если вам нравится, если вы чувствуете вот этот аромат, лучше ограничиться сухофруктами. А если вот такой для души даже, я бы сказала, тогда уже можно и сливки, и сгущенка, и все что. Все, что є багато різних рецептів, коли додають навіть сіль, додають вершкове масло до чаю, додають ще молоко. Тобто є стільки варіацій, це, звичайно, нетрадиційно. Да. Але в якихось народів, особливо північних, це дуже розповсюджено. Да. П'ють, зігріваючись, виходять на вулицю і таким чином можуть подовжити свій час перебування на холодному повітрі, і їм так краще, так? Да, вони да. загартовують свій організм таким чином. Да. Коли ми п'ємо чай, то як от в Англії, наприклад, чи виходять вони одразу на вулицю, чи в них є таке от в їхній культурі трошки посидіти вдома, а вже потім виходити, чи як? Тому що там дуже волого. Можливо, люди якимось чином іще і це продумали. Хороший вопрос. Действительно, англичане не любят озвучивать своих правил, и поэтому их нужно как бы считывать. Всегда время, которое длится чаепитие, за него отвечает хозяйка. У нас не совсем принято, но в Англии всегда есть чайные салфетки. Они чуть-чуть меньше стандартных, и когда хозяйка разложила салфетку, значит чаепитие начинается. Если хозяйка убирает салфетку и кладет на стол, значит время расходится, и все понимают, и смотреть на часы или делать вот так нет необходимости. Вот тогда, все да. зрозуміло. Ну, звичайно, якщо вже збирають прибори, починаючи з серветки, то зрозуміло, що треба вже йти. Да, время закончено. Вас вже не чекають. Ну, це, звичайно, що так дуже тонко, але зрозуміло для всіх. З приводу частого чаювання є ще і вечірні прийоми, і це обов'язково в Англії. Мені хочеться про цей прийом згадати. 5 вечора, 5 о'клок. Це справді так постійно, чи це лише міф, який розповсюд? Хороший вопрос, и на него легко на самом деле ответить, потому что ну, в каждой стране есть свои особенности. Сиеста есть в Испании и в Италии, да, мы отдыхаем в это время. Фика есть в Швеции, они пьют кофе, не чай, у них кофе, вот свои такие моменты. А в Англии заканчивается рабочий день, и чтобы не кто-то идет домой, и, конечно, они пьют чай, но, как правило, это ужин и чай, да, вот такой полноценный уже прием пищи. Королева пьет чай, и я думаю, пока пьет королева, чай пьет чай все англичане. Она всегда традиционно в 5 вечера. Англичане очень чтут свои традиции. Они вот, на самом деле чаепитие, как и сконы, это обычная еда. Мы делаем это каждый день. Ничего здесь такого фееричного нет. Но в этом и ценность сохранения своих традиций. Они очень как бы боготворят, они очень гордятся этим. И они, конечно, сохраняют эту традицию. Конечно, 5 o'clock tea, и над этим, конечно, все смеются, но тем не менее они заботятся. Але виконують. Да, конечно. Аліна, я вам дуже дякую. Справді, такі історії, стільки цікавого довелося сьогодні почути. І справді хочеться випити чаю. Хочеться зробити це традиційно так, як прийнято було колись, так, як це роблять люди з інших країн. А чому б ні? Чому не спробувати це і зробити
краще для себе, але використовуючи те усе, що є десь там, так? Але під свій смак і під те, як вам буде зручніше. Тож, я думаю, що всі приєднаються до нас, так, і будуть використовувати ті правила етикету, дуже цікаві, потрібні, корисні, я так думаю. І, звичайно ж, ми будемо пити чай лише у задоволення. Дякую дуже вам. Хочеться всім побажати смачного, а ми зустрінемось за декілька хвилин. Не перемикайтесь.